Лыжный сезон в Одинцовском округе объявляется открытым. В этом году раньше обычного. Благодаря модернизации системы снижения пушки круглосуточно работают с двойной мощностью. Да, у нас две пушки работают, они на максимуме, но в зависимости от того, сколько воды там поступает, потому что ограничение немножко в воде. Так что, а так практически на четырех всех контурах, которые есть, у них работает на полную мощность. Ночью искусственный снег развозят и утрамбовывают специальные машины, чтобы уже в 6 утра по нему прокатились первые лыжники. Евгений с супругой решили опробовать трассу в этом году впервые. В прошлом сезоне катались 3-4 раза в неделю. Даже при условии, что мы весьма плоховато еще пока катаемся с женой. Но вот первый снег, пока искусственный, но уже решили, надо попробовать трассу. Очень здорово, что заснежили ее так рано. Мы прям довольны. Сейчас будем проверять. В лыжном деле они новички. Весь год занимались с инструктором. Осталось вспомнить полученные навыки. А Владимир – профессиональный спортсмен. Ради хорошей лыжни даже сменил место жительства. Я в этом городе только первый год живу. Приехал сюда специально, потому что здесь Лазутская трасса. Такая мекка для спортсменов московского региона. Сначала сделали 500 метров, потом добавили круг по стадиону. Теперь общая протяженность трассы с искусственным покрытием почти 800 метров. Очень здорово. Немножко вот сейчас покаталась. Целый год ждали этого момента, когда же наконец пойдет снег, когда же наконец можно будет покататься. И вот новый сезон наступил. Ура! Очень замечательно. Она практически имитирована профессионально. Узкие подъемы и те, кто, ребята, занимается на профессиональном уровне, это достойный парк, скажем так. Есть чем сравнить. Мне очень нравится. Интересная трасса, очень рельефная. Это здорово. Достаточно широкая, хорошо готовится, ровная. Шикарно. В такую погоду и на такой трассе трудно удержаться от соблазна прокатиться на лыжах даже после тяжелого трудового дня. И тем, кто не имеет к этому виду спорта никакого отношения. Я поехала. Тем временем парк готов принимать не только спортсменов. Гостей ждет много других развлечений. И хотя официальное открытие зимы в Подмосковье еще впереди, нарядная елка уже вовсю создает новогоднее настроение. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».